Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на Ютубе. Считаю. Раз, два, три. Приветствую всех, с вами Илюша. Перед нами сейчас стоит вот такой Джамбо Джош. И давайте мы вместе с вами посмотрим, на что же он все-таки способен. Видим то, что он начинает сражаться против такого же Джамбо Джоша, и он только что выиграл. Вот это да. На самом деле я не ожидал такой быстрой победы, но оказалось все очень даже супер. Ну и как вы понимаете, ребятоньки, мы сейчас находимся в игрушке под названием Merch Master Monster Garden Game. И тут у нас имеются монстры-банбаны. И давайте тогда сейчас мы вместе с вами объединим две вот таких птюшки и получаем более прокачанную птюшку. На самом деле у нее атака уже 10 и хпшечки 19. Довольно-таки неплохо. Но я хотел бы закупить очень и очень даже много Джошев, чтобы их, конечно же, объединить и получить уже, смотрите, вот такого прокачанного. То есть, по сути, две штучки прокачанных Джошев у нас уже имеются. Давайте тогда, конечно же, смотреть, на что они способны. Видим то, что они выше на голову предыдущих Джамбо Джошев. И это выглядело реально очень и очень даже смешно. Но в итоге второй уровень мы вместе с вами опять-таки прошли. И в итоге приступаем уже к третьему уровню. Тут как раз-таки нас встречает уже прокачанный Джош. Ну ладно, окей. Давайте мы на одного его сделаем тоже одного мега прокачанного Джоша. И видим то, что смотрите, какой у нас прикольный монстр. У него имеются вот такие железные руки и очень и очень даже много хпшечек. Ну ладно, хорошо. Птюшку я, наверное, добавлять не буду, пусть она будет одна. Нажимаю тогда, конечно же, на старт и смотрю, что же у нас сейчас будет. Видим то, что Джош справился с двумя чувачками и, конечно же, победил еще птичку. Это, на самом деле, очень и очень даже мощный персонаж. Поэтому, наверное, на четвертом уровне я его прокачивать не буду. Я лучше прокачаю наших птюшек, потому что ими я уже не занимался совсем давно. Вот как раз-таки у нас имеется уже две вот таких более-менее прокачанных птюшки. Ну и давайте посмотрим, кто же из монстров банбана у нас выиграет. Только что минус один дали и минус второго тоже дали. Слушайте, ребятоньки, это реально очень и очень даже легко, потому что у нас имеются действительно крутые эволюции наших монстров. И ничего себе, ребятоньки, вы это видите? Пятый уровень оказывается очень и очень даже жестким, потому что тут у нас имеется босс-птюшка. Ну ладно, хорошо. Сейчас тогда мы вместе с вами, конечно же, наспауним очень и очень даже много Джошев, объединим их и получим, может быть, какого-то мега-крутого персонажа. Посмотрите, у меня как раз-таки имеется два максимальных Джамбо Джоша. Давайте их объединим и получим вот такого котика. Его, конечно, я уже точно, друзья, не знаю. Поэтому, если вы знаете монстров Банбана, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну, а я, конечно же, сейчас выставляю вот этого миленького котика и Джоша, наверное, рядом поставлю вот сюда справа. Ну и в итоге смотрим, кто же все-таки в этой битве победит. Я очень сильно надеюсь на нас, но видим то, что мы, ребятоньки, проиграли. Все-таки нужно прокачивать армию еще больше и еще лучше. Давайте сейчас тогда сделаем мега крутую армию. Я купил трое вот таких Джамбо Джошев. Давайте тогда сейчас еще одного из них объединим до вот такой прокачки. И мне кажется, или нам все-таки не хватает еще стрелков, потому что их у нас очень и очень даже мало. Но теперь смотрите, три штучки стрелков, трое вот таких мега крутых бойца. Давайте тогда, конечно же, смотреть. Может быть, сейчас наша битва пойдет в другое русло. И видим то, что да, действительно, мы только что победили босса и наконец-таки прошли пятый уровень. Конечно, этот уровень был сложнее, чем предыдущий, но зато видим то, что на шестом левеле нас ждут всего лишь три Джамбо Джоша. Мы сейчас просто их возьмем, сразу за одну секунду, конечно же, выиграем и перейдем моментально на седьмой уже уровень. И мне очень нравится то, что после пятого уровня у нас очень и очень даже много денежек дают за прохождение других левелов. Ладно, окей, мы сейчас только что, друзья, берем и проходим седьмой уровень. Остается, конечно же, победить вот эту курицу и, конечно же, ребятоньки, опять-таки получить наши денежки. Смотрите, 4400. Это действительно очень и очень даже много. А тут у нас еще и выпал бонусный уровень. Игрушечка нам предлагает объединить чувачков вот таким образом, как треугольничек. И видим то, что у нас появился один вот такой максимальный котик. Ладно, окей, этот котик победил только что того котика, и, естественно, птичку он тоже победил. И ничего себе, сколько, интересно, дадут нам денег за этот бонус.
9200 монеток, друзья! И это на самом деле абсолютный рекорд по нашим денежкам, потому что до этого мы столько не зарабатывали. Ну ладно, видимо, это хороший шанс наконец-таки прокачаться. Давайте я тогда сейчас создам наконец-таки вот такую прикольную птюшку, и эту птюшку тоже объединю, чтобы у них были два вот таких максимальных уровня. Ну и конечно же, я бы хотел бы опять-таки сосредоточиться на наших Джамбо Джошах, потому что они все-таки бойцы, и они атакуют именно в ближнем бою. Поэтому мы сейчас сделаем два вот таких мощных котика и еще, наверное, парочку Джамбо Джошев добавлю, чтобы они хотя бы более-менее отбивались от наших вот этих птюшек. Ну ладно, друзья, начинаем тогда, конечно же, прохождение. Видим то, что мы, конечно же, всех ребятоньки здесь выиграем, потому что у нас два котика, а это уже очень и очень даже большое преимущество. Ну и плюс все-таки у нас появились новенькие вот такие птюшки, которые очень и очень даже неплохо тащат. Ну ладно, сейчас на 9 уровне я, конечно же, опять-таки куплю наших Джамбо Джошев и видим то, что, блин, капец, мне не хватает еще одного, чтобы нам более-менее объединиться и получить 3 котика. Ну ладно, давайте мы тогда сейчас немножко подэкономим и попробуем этот уровень пройти непосредственно таким составом. Буду надеяться на то, что у нас все получится. Ну смотрите, бойцы только что всех победили, и даже новенького стрелка, такого фиолетового чувачка странненького, они тоже победили. Ну слушайте, это было очень и очень даже неожиданно и приятно. А самое приятное то, что у нас сейчас уровень с боссом, и мне как раз таки хватает объединить всех моих чубриков. Вот смотрите, теперь у меня имеются 3 вот таких котика. И если я 2 объединю, наверное, я получу вот такого мега крутого котика. Ну ладно, сейчас я, наверное, друзья, еще сосредоточусь на наших птенчиков, чтобы они тоже более-менее закидывали врагов. Ну и в итоге нажимаю старт. Мои бойцы из 3 котов начинают, конечно же, сражаться против вот этих чубриков. И, блин, капец, ребятоньки. Видим то, что все-таки мы слабоваты, потому что остался еще один мега крутой кот и, конечно же, сам босс. Ну ладно, давайте пойдем на очень нестандартную тактику. Я возьму и объединю все-таки 2 моих персонажей до вот такого котика. Ну и, конечно же, еще объединю персонажей до вот такого непонятного монстра. На самом деле, он выглядит очень и очень даже прикольно. Давайте тогда, конечно же, нажимать на старт и смотреть, поменяется исход все-таки нашей битвы, либо же нет. Все-таки за нас играет уже вот такой мега крутой котик, но видим то, что все-таки да, нам не хватает силы, мощи, поэтому нужно просто копить денежки. Да, ребятоньки, денежек, конечно, конкретно не хватает. Но я сейчас добавлю одного вот этого чубрика, и я думаю, мы должны вместе с вами точно затащить этот уровень. Все-таки количество должно тоже победить. И видим то, что, смотрите, у нас выжил один зелененький паренек, и мы начинаем потихонечку побеждать вот этого монстра. Вы просто посмотрите, как у него ничтожно мало хпшечек. То есть, все-таки, я думаю, наверное, еще пару персонажей, если добавить, мы точно должны победить этот уровень. Ну и в итоге, наконец-таки, мы вместе с вами, друзья, это сделали и победили мощного босса. Ну а на 11 уровне, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, наставьте кучу-кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!